друзья, меня зовут Соколовская Светлана, и на сегодняшний день я интернет-предприниматель. Но так было не всегда. После 12 лет успешной карьеры в банке от кассира до руководителя, я решила поменять свою сферу деятельности для того, чтобы больше времени проводить со своей любимой семьей, иметь возможность путешествовать, работать меньше и зарабатывать больше. Ну, также меня устраивает то, что я сейчас научилась работать в интернете и могу развивать свой интернет-магазин в 140 странах мира, где налажена у меня логистика. Но вопрос сегодня в другом. Как этому всему научиться? Я хочу поделиться с вами своим секретом. Я нашла обучение, где эксперты тебя совершенно бесплатно обучают продвижению в соцсетях. То есть, что такое личный бренд, как его продвигать. Это для меня, как для новичка в интернете, было большой загадкой. Как определить свою целевую аудиторию? Кому нужно твое УТП? УТП – это уникальное торговое предложение. Чем ты можешь быть людям полезной? И множество других вопросов, которые были у меня в голове, я получила на модульных обучениях. Вот как продавать, как писать продающие посты. Но самое главное – то, что я научилась запускать эффективную и недорогую рекламу в соцсетях. Это мне дает возможность получать готовые заявки. Мне остается, получается, доработать только клиента, ответить на его вопросы, возражения. Как это делать? Мы все прописываем на модульных обучениях. Поэтому я вас приглашаю на наше модульное обучение для того, чтобы расставить точки над «и», потому что наверняка у многих сейчас вопрос, как люди зарабатывают в интернете и как не попасть в пирамиду, назовем некрасивое слово, лохотрон, да, мы, наверное, все знаем такие компании. Вот, поэтому я вас приглашаю на модульное обучение, где вы четко поймете и получите ответы на свои вопросы по поводу ведения честного, легального бизнеса в интернете. По вопросам обращайтесь в личку, всегда открыто. Светлана Соколовская. Пока!